Я веду активный образ жизни. Я бегаю по утрам. И сейчас я иду на пробежку. Три года назад, когда мне было 11 лет, я случайно по телевизору увидела женщину, которая рассказывала про методы сохранения вакцин. Меня поразило в ней то, что про научные исследования рассказывала женщина. Мне стало очень интересно. Позже же я узнала, что эту женщину зовут Ася Сарпаева. Она наша выдающаяся ученая, которая родилась и выросла в Кыргызстане. И это меня вдохновило. Я тогда сказала своему отцу, что хочу стать такой же выдающейся ученой. Отец меня поддержал и сказал, что главное верить и главное двигаться только вперед. Сама я с детства увлекаюсь дизайнерством. Шью платья для кукол. В свое время создала около 20 одежд для своих кукол. Создавала я эти одежды из старых вещей, из вещей, которые уже не носятся. В будущем я хочу поменять технологии производства одежды. Хочу создать биоразлагаемые ткани, возможно, и безопасные красители. Я хочу, чтобы индустрия моды не приносила вреда для окружающей среды. Сейчас я увлекаюсь химией, физикой, сферой IT и думаю, что это в дальнейшем должно мне помочь в осуществлении моей мечты. С апреля месяца я стала участницей проекта «Девочки в науке». Этот проект мне помог еще более обширно изучить физику, химию, информационные технологии. Там мы проводим разные эксперименты, которые еще дают мне еще большую информацию о технологии 21 века. Из-за пандемии мы учимся онлайн, и навыки технологии мне очень помогают, например, в прохождении каких-то уроков в программе Zoom. Помогают изучение компьютерных программ. То есть все эти знания я использую в повседневной жизни. Трудности тоже бывают. Сейчас, когда мы учимся онлайн, у меня нет личного компьютера. И мне приходится обучаться на смартфоне. У нас зачастую бывают перебои с интернетом, с электричеством. Но несмотря на это, я не теряю интерес к обучению и двигаюсь маленькими шагами на пути к своей мечте. Родители меня поддерживают в моем обучении и выделяют достаточное количество времени. Я хочу стать выдающейся ученой Кыргызстана, прославить Кыргызстан на мировой арене. Это моя цель, я буду идти к ней до конца.